Гуляя с ребенком, обратите его внимание на дерево с крупными листьями и белыми удивительными цветами, похожие на свечки. Скажите малышу, что это дерево называется конский каштан. Каштан – необыкновенное дерево и украшение любого сквера и парка. Интересно то, что в начале мая каштан цветет вот такими необычными крупными цветами. А к осени из цветов появятся плоды – зеленые круглые коробочки с шипами, в каждом из которых будет прятаться коричневый каштанчик. Прочитайте малышу стихотворение. Солнце встало рано-рано, заглянуло в дом, зацвели каштаны за моим окном. Птица распевает близко-близко где-то. Значит, наступает золотое лето.